встречаем команду «Пристегнитесь», Ганцевичский лицей. Добрый день, дорогие друзья! Наш быстрый, веселый и творческий экспресс отправляется ровно через минуту. Просим перевести жвачки телефона в режим ожидания. Проснуться, улыбнуться, а самое главное – пристегнуться! Вас приветствует команда «Пристегнитесь!» Мы идеальная команда, ведь нами была придумана схема хорошего выступления. В себе мы сочетаем все стили юмора. За шутки, то есть за текстовый юмор, отвечает Вадим. Он математик, 17 лет сменил пора было на девушке. Ведь давно было пора. За музыкальное сопровождение отвечает Артем. Всю жизнь хотел стать пьяницей, но родители показали ему бардов, и он понял, что можно совмещать. За вокальное сопровождение отвечают Маша и Даша, родные сестры. И самая их отличительная черта, что они люсинки. Оценивает и критикует наше выступление капитан команды Влад. Он непризнанный мачо деревни Хатынищи. Если он вам подмигивает, значит за поворотом менты. Это Артем и Илья. Они писатели. Свои первые книги написали о девушках. Они как Циолковский. В космосе не был, но о нем писал. А еще у нас в команде... Красота. Обаяние и каких-то пару человек. На хране нашего юмора братья Мураши, Таня и Паша. У любого охранника есть свои хобби. У этих ребят танцы. Сейчас мы начинаем. Тема нашего домашнего задания – культура. Если хорошо поразмыслить, культура – она во всем. В детском саду. Стасик, ты ручки помыл? Помыл. Сереженька, солнышко, а ты ручки помыл? Помыл. Алешенька, котик, а ты ручки помыл? Да я еще полоснулся, дайте мне уже пожрать. Культура воспитания. Привет. Опа, стой, это что такое? Я не понял. Это что такое? Что это? На крышу пачку. Так она же электронная. Да. Знаешь, кури, пока не крадет. А сейчас стандартная ситуация. А сейчас миниатюра «Суицид». Я сейчас прыгну! Не делай этого! Я за мной сейчас прыгну! Отдумайся, не делай глупости! Я не хочу разговаривать с спасателем! Это не спасатель, это моя машина примонтована! Прихочу чуть-чуть приобъять! Самая актуальная песня. Сумку с продуктами. Ну что, сыночек, мы тебе сумку собрали. Тут, ну что, как ты любишь? Салко, мяско, полинвичка, колбаска пальцем пхана. У тебя ножка, вся же есть? Есть, а что? Ну, сынок, нужно просто. Большую популярность приобретает экотуризм. Готовы ли к этому жители нашего города и в целом культура Полешука? А сейчас встречайте, переносимся на знаменитый пляж Южный, другое название – карьера.
сынок, я тебе кружечку принесу. Да что кружечку? Напитки, дёрочка, вода тут хорошая. Продолжаем наши миниатюры. Культура тела. Здравствуйте, а это тусовок? Нет, блин, до пионеров, блядь. Конечно, это тусовок. Знаете, а я хочу что-нибудь такое, чего еще ни у кого нет. О, а набейте мне на груди. Я люблю КВН. Девочка, ты что? Хочешь, чтобы через 20 лет все мужики говорили? Да, КВН уже не тот. А следующим номером, дорогие друзья, любимые частушки. Встречайте, знаменитое трио Люсеньки. Так, тут я вас попрошу без пошлости. Встречаем команду «Вверх», Круговичская средняя школа. Есть!
всех сезонов притреска. Ребята уже на сцене выступают детски. И как мы от души поздравим, от души, братуха, сегодня отвечаем. Пожелаем мы, чтоб мечты сбывались, и команды, чтоб вы не расслаблялись. В картине пять десятка превосходит. Раньше четвертыми были, а сейчас посмотрим. Да, это аргумент резкий. Вы готовы, люди? Шутим по-детски. Здравствуйте, друзья, на сцене команда «КВН Вверх». Ну что ж, не будем тянуть и приступим к праздничному юмору. За все время работы в школе я понял лишь одну единственную вещь, что по культуре поведения детей можно понять, кто из них кем станет в будущем. Итак, давайте представим, дети нашли раненого птенца. О, птичка! А давайте ей криво перевяжем и будем ухаживать за ней. Алина, будущая медсестра. Давайте активированный уголь дадим. Олеся, медсестра в школе. Да посмотрите на него, он же здоровый как бык. Артем, будущий военком. Алексей, машинист электрички. А давайте я его съем! Диана, будущая участница «Минуты славы». Ты его сейчас съем! Антон, победитель «Минуты славы». Все мы в детстве очень много времени проводили у бабушки. Итак, представьте, парень, которого воспитывала бабушка, пришел на собеседование. Проходите. Вы знаете, я пока к вам на этот пятый этаж поднялся, смотрю весь. Присаживайтесь. Ой, мать моя родная, царство небесное. Расскажите себе, вы женат. Не, ну вы знаете, у меня вообще-то девочка есть. Но я только на ней пока жениться не буду. Надо сначала отучиться, на работу устроиться, а потом это хлемкать. О, сколько будет. Так, главное, как я к этому голубцом не стать. О. Так, у вас есть вредные привычки? Ну, я вообще-то люблю ждать, пока суп остынет. А еще цукерок много солодких, я хочу сахарный диабет заработать. А еще соя, этого безголосого слухаю, да, вот точно. Да. Понятно, паспорт у вас с собой? Конечно. Давайте. Ну, для начала баксов 500. Что? Баксов? Везде для баксов, куда не плюнь. Баксы, 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 баксы. Зеленые, это дорогие. Послушайте, нам на работу нужен ответственный и целеустремленный человек. Не, ну вы знаете, я больше тут такие тямти-лямти. Спасибо, вы нам не подходите. Фу, Шарашкина контора! Обычный случай в семье. Вот, сыночек, возьми 800 долларов на первое время и билет на Баранович. Там есть заброшенный дом. Мам, я же дать не лучше. О, значит, слово «лет» мне послышалось. Да дай да обедать. В настоящее время перекрывают учебных курсов очень редких языков. И мы со своей командой решили сделать курсы пенсионерского языка. Степановна, посмотри, что эти изверги нарабили! Привет, Степановна! Ой, батюшки! Как же хорошо, я уселась в автобусе! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Внученька, посмотри, какое у тебя красивое свадебное платье! Куды? Корова, остановись, не иди в огород! Куды? Дед, остановись и положи бутылку на место! Ой, я уже скоро помру! Что-то за столом возникла неловкая пауза. Ну вы же это, вы только шпанки верните. Приезжайте еще. И снова случай в семье. Дорогой, я надеюсь, ты помнишь, какой сегодня день. Конечно. Сегодня ровно 10 лет с того момента, как я пропустил Лиги чемпионов 2006 года. 10 лет прошло с момента нашей свадьбы.
А, вот чего я его тогда пропустил. Итак, трудовик узнал, что завтра его закодируют. Дети мои, сегодня сдаем на ремонт класса в последний раз. Почему? Завтра наш класс окончательно отремонтируют. Где физрук? Куда пошел? Полтос верни. Может, завтра? Зачем он завтра? А самое главное, дети, что завтра труды вас будет вести совершенно другой человек. Может, новый? Нет! Я сказал, совершенно другой человек. Друзья, на сцене была команда КВН-Вен. Любите КВН, живите КВН-ом. Надеюсь, мы продлили вам жизнь. До свидания. Thank you.